Услуга не новая, но очень востребованная. Социальное такси курсирует по дорогам столицы с 2011 года. И за 8 лет оно перевезло уже несколько десятков тысяч минчан с ограниченными возможностями в банк, на вокзал или в театр. Спецтранспорт доставит в любую точку города. Недавно услуга стала доступна и для студентов-колясочников. Но, конечно, чаще всего минчане ездят в поликлиники, оздоровительные комплексы и на больничные процедуры. Люди, которые нуждаются в гемодиализе, могут передвигаться на спецтранспорте безлимитно. Для других поездок есть ограничения. Например, отправиться на выставку можно не более 2 раз в месяц. За 8 месяцев, практически 8 месяцев 2019 года услуга предоставлена 2500 жителям города Минска и выполнено 41 тысяча заявок. У нас сегодня работает 21 машина, оборудована специальными электроподъемниками, которые очень узнаваемые машины и удобны в пользовании для людей с ограниченными возможностями. Машины работают круглосуточно, в режиме 7/24 практически. И если необходимо сегодня в ночное время, то раздвигаются временные рамки для предоставления этой услуги. Для инвалидов первой группы, детей инвалидов и колясочников, проживающих в Минске, услуга бесплатная. Для других категорий граждан предусмотрен свой тариф, но сумма небольшая. Чтобы воспользоваться социальным такси, необходимо обратиться в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства. Там составляются графики, маршруты движения. Кстати, такой спецтранспорт курсирует сегодня и в регионах. И мы очень любим подобные инициативы, потому что они делают наш мир добрее и лучше.